Собственникам жилья в многоквартирных домах напоминают о возможности проведения общих собраний в электронном виде. Организовать их можно через площадку единой информационно-аналитической системы ЖКХ Московской области. Этот формат помогает эффективно решать главные вопросы – выбор управляющей организации, капитальный и текущий ремонт общего имущества и многие другие. Контроль за онлайн-собранием осуществляет областная госжилинспекция.